до вахи арбитрата де către echipa condusă de referee. Bandalac, masa 1 arbitru, Caduc, masa 2. Gațațuc, masa 3. Codumni, masa 4. Gavriluc, masa 5, Calantârski. Se invită prima pereche. Vakarenko, Marius, Jorge, Brick, Cristian, Hinchev, categoria 52 kg. Sportivii vor lupta 3 reprize, a câte o minută, a câte 2 minute. Блин, такое ощущение, что еще хуже, чем с маленькой. Так, во-первых, надо это подставить. Андрюха, а тут сетки нету в меню? Нет. Досадно? Ну ладно. Правда? Продолжение следует...
În colțul albastru, sportivul care repriză. Luptă prin decizie unanimă. Victoria aparține boxerului din colțul albastru, prin Cristian. Următoarea. Абсурд. Игорь, ты первый раз. Да, да, да. Три. Он разговаривает.
În colțul roșu se pregătește pentru următoarea repriză pugilistul Prisakar. Faptul că sportivul a obținut o traumă și nu poate prelungi lupta, victoria aparține pugilistului din colțul roșu, Prisakaru Vitalie. Aplauze pentru Vitalie! Se invită următoarea pereche. Thank you.
Este câștigată de către pugilistul din colțul roșu, Paraschiva Andrei. Aplauze pentru Andrei. Se invită următoarea pereche. Se pregătește următoarea lăsat cu victoria pugilistului din colțul roșu,
Верховецкий Дмитрий. Аплодисменты Дмитрий. Партизан на чемпионату Европеан Диналбена. Домий Шапки президент. Болгария. Форматаря Лукте. Вафиарби. Я пошел.
Albastru Vozniakovski Stefan. Următoarea luptă va fi arbitrată de către colectivul condus de referee Podubnyi, arbitru Amas Friuc. În colțul roșu se pregătește pugilistul Soloviov Artur din Tiraspol, iar în colțul albastru pugilistul Cosor Adrian. Pugiliștii vor lupta la categoria 60 kg. Больше ударов, Артур!
Мусима спектатори аплаузи. Анкол Солорошу. Сегодня внешне спортиву Соловьев Артур, который репрезентует Урашу Тирасу. Если мы слушаем нам в 2002, практика боксу Дейл Тань. Есть и кандидат в маэстро спорту. Есть еще и премиант демонтеорий на чемпионату Республики Молдова, партичпант на чемпионату Европеан в 2016. Есть пригодите к этому антенору Довгопол Анатолий и Чертыковец Максим. Элиберем рингу, чепе реприза 2. Консул Албастру, путилист Укосор Адриан, репрезентант Урасу Дос. Это на суд на 2002, как консул Дедоян. А суд спутный паркур 16, лупкет, в которой 10 викторий. И есть премиант на чемпионату Республики Молдова. Респектив есть приходите к тренеру Бубков и Куров. И ультима реприза. Давай, Артур! Держи, держи, красный, держи! Давай! Тоже работай!
секунд, Артур! Работай, работай! Последние секунды, Артур, работай! Работай, Артур, работай! Да, работай! Давай, дорвись, Артур, дорвись! Еще! Шагом, еще, вот так! Давай, Артур, 3 секунды! 3 секунды, Артур! Правый! Выходи, сюда! Быстрее! Эй, все! Ну, хорошо! Все! Все! Вот так, все! Больше, больше удара, входи! Разверни! Выходи, сгона! Концовка! Концовка, три концовка! Сверху! Эй, все! Аплодисменты для этого часа Лука. Все приготовились. Форматори поделились. Терека, Тимчук, Кристиан, Кишинев, Мартия Фляк, Александру, Гриманка Вудс. На часто лупта прин дечизия партита Виктория Апарциня Пучилистулу Дем Колсул Рошу Соловьев Артур Терапов Семивита Урматоря Кореки Кимчук Кристиан Мартя Фляк Александру, Куджилишки Ворлта, на категория 60 кг. Лупта в афе арбитрата декретри коллективу, где арбитри кондуз, где рефери Гаврилюк, масса 1, Ганцацук, масса 2, Славянский, масса 3, Калантырский, масса 4, Столяров, масса 5, Гросу. Пучилишки сут инвитацию в ринг. Thank you.
aplauze pentru această repriză. Consul albastru, pugilistul Marțăfleac Alexandru din Grimangăuț. Este născut în anul 2003. Practică boxul de 4 ani. Are categoria 1 și este campion al Republicii Moldova în 2017. Și este pregătit de către antrenorul Rusnak Adrian. La fel, spectatorii și mâine pot vedea alte lupte preliminare, ultima repriză. Thank you.
Se pregătește următoarea tereție, categoria 60 de kilograme. Bucșa Adrian Cânceș, Crușca Igor Chișină. În această întâlnire victoria aparține pugilistului prin decizie unanimă, boxerului din colțul roșu Timciuc Cristian. Aplauze pentru Cristian. Ринг поделишний. Букша Адриан, Чешт, Крошка Игорь. Тишина. Pregătește următoarea pereche. Purcel Victor Belț, Voroban Roman, Comrat. Iar această luptă prin inferioritatea adversarului, victoria aparține pugilistului din colțul roșu Bucșa Adrian. Aplauze pentru Adrian. Următoarea luptă va fi arbitrată de către colectivul de arbitri în funcție cu referee Bandalac, masa 1, arbitru. Masa 1, arbitru Lesnic, masa 2, arbitru Ganțațu, masa 3, Novikov, masa 4, Stoller, masa 5, Briuc. În coginistul Purcel Victor, orașul Pels, Colț Albastru, Vorban Roman.
Выше левый. Так. Попадай. Больше левой рукой, Витя! Левая, левая! Парни, давайте вот так, пожалуйста. У вас тут весь разговор пишется. Аплодисменты первого часа репризы. Энколцу, Албашу, футболисту Ворбан Роман, Динорафу Комрад. Если наступит на 0-2002, практика боксу Чечинчан, реушит по паркурсу отчестия переваде с ассоциативно 46 делуки, где трекаре 40 викторий, аре категория антуя. Че есть чемпион Республики Молдова на 2016, 2017, și este premiant la campionatul european. Ultima repriză. Витя, повторяй левый удар, повторяй.
пара частей. Засунь, право, лево, право! Левый, дёрнуй слева, бей, Витя, быстрее немножко, выдерни, раз и слева. Доставай! Доставай, бей слева, говорю! И слева бей, Витя! Быстрее! Заканчивается девятый. Ну, быстрее! Жёстче! Жёстче, бить! Витя, бей слева! Вот так! Атакул ударил, Витя! Атакул, атакул! Вот так, так, так! Так, так, так! И слева, Витя, встречай! Береги! Береги! Первый! Вот, вот, вот! Витя, работа, Витя! Вот так! Хорошо! Сразу иди парча! Первый, 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 первый! Встречай! Витя, работай, говорю! Слева! Еще! Дальше! Дальше! Вот! Снизу! Рома, там работает! Уходи отсюда! Вот тут! Дальше! Все приготовьте урматоря перейти. Она часто лупта принте чизе упорцита кускору где патру лавону Виктория Парцине училист Луй Динколцу Рошу, Беленчук, Никита, тишину. Аплодисменты тебе, Никита. Чел, Дима. Скузи. Колцу, Рошу, Пурчел, Виктор. Рома. Семь виток училищный. Беленчук Никита, Фортуна, Вюрил. Молодец, и призоры Европы, блядь, сидят. Лута Вафи. Арбитрата Декетри, коллективу Кундуз Дерефери, Столяру. Арбитла Маса Ону, Кадук. Маса Дой, подобный. Thank you.
În această luptă, triumfat pulcă secundantul a renunțat ca discipolul să mai prelungească lupta. Victoria aparține pugilistului, coachului Albastru Fortuna Viorel, a nenii noi. Aplauze pentru Viorel. Te invită următoarea pereche, categoria 70 de kilograme. Minaev Ignatie, Tiraspol, Ceban, Vadim Albastru. Чебан Вадим Дубасар. Андрюха, 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 если будет копье, возьмешь? Если он будет копье, возьмешь? 63. 63. 60-300. Да, сгорит. В шортах 700. В шортах 700. А что там, явно? Это Игнат? Да. Пошел! Хорош, Игнат, спокойно, Игнат, спокойно! Хорошо! Встречай его, Игнат! Встречай, встречай! Не давай раздергивай! Хорош! Расставь! И задний жестко оставляй, Игнат! После атаки руки выше! Встречай, встречай его, Игнат. Встречай, встречай. Закидывай справа. Тихо, опять. Руки выше. Хорошо. Первым работай. Справа закидывай. Раз, два. Хорошо. Вот, вот. Двигайся влево, вправо. И стой перед ним. И работай. Корпус прощупай. Они молодцы, еще добавил. Молодцы, да. Снизу поднимайся. Ходи ближе, дальше. Ближе. Игнат, спокойно, Игнат. Спокойно, Игнат. Все, встречай. Левый. Хорошо, и правую туда же закидывай. Закидывай справа, не жди его. Давай, и здесь поработаешь, Игнатов, поработай! Снизу поднимай! Не отпускай, Игнат! Не отпускай! Вот справа, справа сейчас, справа! Закидывай справа! Ракеты скидывай! Не стой перед ним, не давай прицелиться, работай! Сразу же здесь! Правый закинь, справа! Хорошо! Давай, концовку, Игнат, работай! Работай, работай! Справа! Аплодисменты Петру Кутилис, Ингольцу Рошу. Правильно. Не ждет. Хорошо, не ждать. Хорошо, вот здесь. Хорошо. И руки повыше, голову опусти, не забывай. Руки выше.
Давай, вперед, ребята! Иди к нам! Хорошо, дальше раскачай его! Не стой, раскачай, говорю! Да, здесь! Корпус прощупай! Поднимай на голову! Пошел работать, не стоять! Хорошо! Иди назад! Назад не иди! Назад не иди, на нем работай! Давай, Игнат! Хорошо, здесь! И тут же у каната! Снизу поднимай! Не стоять, не отпускать его! Еще, Игнат! Хорошо, и туда же вправо! Ой, молодец! Снизу поднимай! Здесь! Игнат! 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 Игнат, не отпускай! Все, дыши, Игнат, дыши. Красавец, Игнат. Игнат, Игнат, Игнат. Порубись, сейчас Игнат. Правой жестко вставляй. Сразу с правой вставь. Сразу с правой. Сейчас. Вот так. Стой, ты что ты сделал? Вот так. Работай. Игнат, порубись. Сразу правой, Игнат. Игнат, не мог. Во, браво! Еще! Во, молодец! Работай! Давай! Молодец! Аплодисменты Петру Пуделев. Энко. Первым работать, не стоять, не ждать. Хорошо! И правой, Игнат, правой! Вперед, не стой перед ним! Хорошо. Еще засаживай справа. Игнат, бей, генерал. Соберись, соберись. Хорошо. Бей. Смотри, все, иллюзионка. Браво. Потек жестко. Игнат, попади пару раз. Игнат, попади жестко, он потек. Игнат. Угол синий. Не делай предупреждение. Предупреждение делай, кому ты даешь. Сейчас правее. Я говорил, и правый не сбоку. Правый не сбоку. Понял? Вырубить молдавского судейства. Вот ты вроде куда? Еще. Давай. Не иди назад, на нем. Не правый. Хорошо. Снизу. Игнат, браво! Адверсавлы, Виктория Портини. Спутилист Владимир Колцев. Прошу, Минаев Игнатий. Тираспол. Тираспол. Я не могу себе это...
Давай!
поедать. Все приготовили партийца с корлуди 3 ладой. Виктория партийня поделистовый Никол Сурошу Монахов Даниил. Аплодисменты по площадке Лука Интересанта. Această luptă, prin faptul că secundantul a refuzat ca discipolul său să mai lupte până la capăt, victoria aparține pugilistului din colțul roșu, Lavrov Piotr. Bender, aplauze pentru Petru. Дай, Дима!
или берем рибу. Această luptă este câștigată de către pugilistul din colțul albastru, Tarnovski Dumitru. Aplauze pentru Dumitru. Următoarea luptă va fi arbitrată de către Thank you.
Колцу Рошу. Я бы сразу заметил, что это там. Я смотрю, бордак. Ну как хуйня, смотрите. Осталось пару минут буквально. Все приготовьте урматуаря переги. Категория по 16 килограмме. Серов Виктор, Бендер, Мирон, Кристи Кишинев. Această luptă prin faptul că nu poate să mai prelungească întâlnirea, victoria aparține pugilistului din colțul roșu, Radu Dan Chișinău.
Аплауз для Петруда. Промоторя лупта в АПР битрата для катри колективу Мирон Кристи Кишинов. Aplauze pentru viitorii sportivi de performanță înaltă. În colțul roșu, pugilistul eliberăm ringul. Repriza 2. Thank you.
этот гол за Бастру. Мирон. Această luptă prin decizie unanimă, victoria aparține pugilistului din colțul roșu, Serbov Victor. Bender, aplauze pentru Victor. Următoarea luptă va fi arbitrată de către colectivul în frunte cu referee Galantârski. Masa 1, Lisnic. Masa 2, Ganțațuc. Masa 3, Podumni. Masa 4, Slavianski. Маса 5, Столяров. Сотни витац. Колосову Рошу. Чернева Александру. Кишинева Колосову Бастру. Вьера Дмитру. Полежь. Thank you.
Колсу рошу боксеру Черневу Александру. Ріберем рингу. Реприза 2. Берем рингу, ультима реприза. Thank you.
Se pregătește penultima pereche. Ursul Marcel Grimangăuț, sârbu Cătălin Chișinău, categoria 46 kg. Această luptă prin decizie unanimă este câștigată de către sportivul din colțul albastru, Vieru Dmitri. Aplauze pentru Dmitru, Călești. Următoarea luptă va fi arbitrată de către colegiul condus de către referee Stoliarov. Masa numărul 1, Ganțațuc. Masa 2, Padubnii. Masa 3, Slavianski. Masa 4, Gavriliuc. Masa 5, Grosu. Se invită în colțul roșu Ursul Marcel Grimangăuț, colțul albastru sârbu Cătălin Chișinău. Repriza 2. Thank you.
Eliberăm ringul, începe ultima repriză. Se pregătește ultima pereche, Arnautu Maxim, ceadăr lungă, Lavric Constantin Pălești, categoria 46 kg. Această luptă este finisată prin decizie împărțită. Învingătorul este pugilistul colțului roșu, Ursul Marcel. Ultima luptă va fi arbitrată de către colegiul condus în frunte cu referi Vandalac, arbitru la masa 1, Caduc, arbitru masa 2, Lesnic, arbitru masa 3, Novikov, masa 4, Stoller și masa 5, arbitru Friuc. Se invită în ring colțul roșu, Arnautu Maxim, ceadăr lungă, colțul albastru, Lavri Constantin, Pălești. Браво! Браво!
Максим, в корпус дай. 3-4, да. Дай в корпус один. Реприза 2. Максим, дай в корпус. И правой. Переберем рингу. Ультима реприза. Слева быстрее, говорю тебе, ты шкура!
просьбой всем тренерам и представителям команды подойти к главной судейской коллегии. Интервинем Кругомитяка на тренировке репрезентации экипа в составе президента масса арбитров и кричпа. В отдучим лапнушница Днестрика мне лапил мой сын клубте прелиминаре в году чемпионата Республики Молдова Трезумьор Лачея Шора. Лауар ли опт пын лауар ли но вавя лоб кынтаририя партичпанство. Яр на часто лупте при дечизии партита кускорул где трей латой навигатор есть пучелисту Коцлуй Албастру Лаври Константин. Аплодисменты.